Здравствуйте, друзья. Расскажу вам историю одну. Анекдот. Девушка любила лук, и это мешало ей построить отношения с каким-нибудь молодым человеком. Потому что, ну а как? Вот пахнет от нее луком. Особенно если там поцеловаться там или что-то, ну, невозможно. Ну и однажды она была в баре, там, знакомилась там туда-сюда, и какой-то вроде нормальный чувак там, все, но говорит ей: ты знаешь, вот у меня проблема, не чувствую запахов. И та подумала: это мой человек. И там сразу понеслось, там все такое, любовь-морковь, там встречались. Ну и в какой-то момент доходит до поцелуев. И он ей говорит: слушай, говорит он ей, а чё ж ты мне не сказала, что ты любишь лук? Она говорит: а ты же говорил, что не чувствуешь запах. Он говорит: ну, я не чувствую запах, но у меня глаза слезятся. Вот такая, друзья, грустная история.